Всем привет, Ольга Че в эфире. Сегодня первое интервью в этом телевизионном сезоне. Интервью необычное с королевой, а вернее с королевой красоты Мисс Кыргызстан 2016 Милан Джанибековой. Милан, поздравляю тебя. Ну, наверное, лишним будет говорить, что я болела только за тебя. И первый вопрос. Какое это интервью по счету для тебя после конкурса? Наверное, вы первые, кто взял видеоинтервью. Вот. А так, правильно, это были интернет-издания. Этот конкурс не первый для тебя, правда? Ты уже стала победительницей конкурса «Мисс Бишкек». И, ну, по логике следуя, что теперь ты «Мисс Кыргызстан». А какие качества у тебя у самой стали более выраженными, качества характера, конечно, после вот этих двух конкурсов? Возможно, я стала более дисциплинированной. Ну, если учитывать то, что на «Мисс Кыргызстан» подготовка длилась 4 месяца, а на «Мисс Бишкек» 2 месяца, то есть полгода нас учили, ну, меня лично учили, как ходить, как подавать себя, вот. И это помогало мне развиться и как модели, и как просто девушке. Я знаю, что первое, что ты сделала после конкурса, это поменяла номер телефона. Ну, на самом деле, я давно уже собиралась поменять номер. На самом деле, после победы «Мисс Бишкек» мне стали звонить, видимо, девочки раздали. У нас была конференция в WhatsApp, и все девочки там сидели, и все знали мой номер. Вот, видимо, раздали, и я не хотела повторять ситуацию. Тем более, в этом конкурсе было 80 девушек. Ну, и тем более, я, наверное, уже хотела сократить свой круг, потому что слишком много людей появилось, и... Ну вот, чтобы были только свои. Почему за неделю до конкурса ты решила прекратить свое участие в самом конкурсе? С чем это связано и какие эмоции ты испытывала? Наверное, банально устала. И, возможно, я просто сидела и подумала, то, что а мое ли все это. Вот. И я не знала точного ответа. Ну, мои близкие уговорили, они сказали, то, что это глупо. Тратить 4 месяца на конкурс и отказываться. Тем более был шанс, что я выиграю. Подружилась ли ты с кем-либо из участниц конкурса? С прошлых конкурсов я до сих пор общаюсь со многими девочками. Дружу. Милан, ну, я еще раз тебя поздравляю. Спасибо за то, что мы дружим. Спасибо за то, что я знаю тебя. И знаю, как хорошую, добрую и умную девушку. И никогда в жизни, наверное, я не была согласна с конкурсом красоты. И «Мисс Кыргызстан» 2016 – это ты и правда. Так что спасибо. Спасибо вам. Я вас люблю. Я тоже тебя люблю очень.